В некотором царстве, в некотором государстве народ честное чудо ждал. И чудом этим стал театр Ликурич. Во время зимних каникул детей и их родителей ждут сказочные переключения вместе с героями любимых повестей. У нас театр работает буквально с 8:30 утра, и последний утренник у нас начинается в 4 часа, а иногда даже и позже. Потому что очень много детей, которых мы пытаемся охватить этим новогодним праздником и подарить им сказку. Стойкий оловянный солдатик, веселый маскарад, серебряная копытца и множество других интереснейших кукольных спектаклей можно наблюдать на сцене театра Ликурич. Однако и это еще не все. Перед каждым спектаклем деток ждет красочное представление с конкурсами и сладкими подарками. Встречать вас будет не кто-то, а самый настоящий Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка. Искреннюю детскую улыбку и неподдельный интерес способен заслужить далеко не каждый. Для этого необходимо самому быть искренним. С этой задачей актеры кукольного театра «Ликурич» справляются на все 100. Это подтверждается регулярными аншлагами, собираемыми спектаклями. Классика есть классика, и детки, конечно, принимают спектакли такими, какими они есть. А новогодние, что вот новогодние у нас утренники идут. Здесь раздолье, здесь веселье, здесь красота и праздник. А спектакль – это спектакль. 8 января пройдет последний праздничный спектакль, а через неделю его репертуар возвращается к своему классическому виду. Спешите видеть, плясать, смеяться и верить в чудеса. Ведь здесь, в театре Ликурич, сказка становится реальностью.